Всем приветик, я начинаю новый вложик, и новый вложик я хочу начать с контента 18+. Дети, пожалуйста, отойдите от экранов. Я вот вчера была в косметическом магазине здесь в Польше у нас и купила себе вот такую вот необычную маску, татуаж на такие вот пикантные места, то есть на попку. Короче, я не знаю, я ее еще не испробовала, но мне так стало безумно интересно попробовать эту штучку. Это маска на ткани, она получается, ну, делает все дела, которые надо. И плюс еще как татуаж выглядит. И написано, что можно делать фоточку и выставлять, типа, куда-то там селфи, все дела. Но я думаю, что я этого делать не буду. И вам показывать сам процесс я не буду. Но вот просто хотела поделиться. Купила вчера, мне стало безумно интересно. Маски татуажи написано. Поэтому вот буду испробовать. Надеюсь, что это прикольно и забавно. Не знаю, конечно, как это все дело работает. Тут написано увлажняет, убирает какие-то растяжки, подтягивает вашу задницу, все дела. Но выглядит это, конечно, довольно-таки забавненько. Но показывать я вам, конечно, этого процесса не буду. Так что извините. Я в Инстаграме показывала свой новый маникюр. Вот сделала на этой неделе. Показываю вам и во влоге. Вот такие вот я сделала яркие ноготки. Такие вот тут рисунки фламинго. Такая вот тропическая тема. Что-то меня потянуло на тропики. Не знаю, надо будет как-то в будущем обязательно поехать в тропики, потому что что-то меня эта тема как-то зацепила. И вот не знала, что сделать, как бы пришла после работы, такая уставшая, думаю, блин, что же сделать, потому что обычные маникюры делать я не люблю. И думаю, блин, что такого сделать, все. И вот с девочкой мы придумали вот такую вот тропическую тему, и я очень осталась довольна, спасибо большое. Теперь вот хожу с такими вот тропическими ноготочками. Напишите в комментариях, как вам, потому что мне безумно нравится, я очень довольна результатом. Фламинго я очень люблю, поэтому вот такие теперь у меня фламингосы на ноготках. Я продолжаю свой влог и хочу поделиться с одной посылочкой с Алиэкспресс, которую я уже, в принципе, и не ждала. Заказала я эту посылку еще в марте, там, я не помню, в начале или в середине, короче, когда там начался весь этот коронавирус, все дела. Был один день, когда я сделала очень много разных покупок на Алиэкспресс, и с того дня мне нифига не пришло, вообще ни единая посылка. Что было позже заказано, там на пару дней, раньше, все мне пришло, все окей. Но что заказано было в тот период, в тот день, ничего мне не пришло, я уже, в принципе, не ждала, там переписывалась с продавцами, с Алиэкспрессом, уже как бы и споры там открывала, и все дела. И за эту посылку это я себе заказала, короче, картину по номерам. Очень захотелось мне такого творчества, так сказать. У меня когда-то давным-давно была такая картина. Это очень, кстати, увлекательный процесс. Напишите в комментариях, кто из вас как хоть когда-нибудь раз в жизни рисовал такие картины или нет, но это очень забавно. И я себе решила заказать картину, так как я занимаюсь воздушными шарами, кто не знал. И мне очень нравится Париж. Люблю я Париж. Конечно, там еще не была, все еще впереди. Но не суть. Я решила себе заказать картину по номерам. Изначально мой глаз припал именно на эту картину. Я там лазила по Алиэкспрессу, выбирала, смотрела, думала заказать эту. Но потом я увидела одну классную картину с прикольным сюжетом красивым, где девушка на карусели тоже держит воздушные шары, красивый пейзаж Парижа, все дела. И заказала себе ту картину, не эту, на секундочку. И как бы все, заказала, оплатила и ждала. Сейчас уже на календаре почти конец августа. И что вы думаете? Я уже эту посылку и не ждала, потому что я списывалась с продавцом, она где-то то потерялась, то задержалась, то еще какая-то фигня. Короче, ждите, ждите, он мне писал, сходите на почту, но посылки моей не было. Уже мне даже Алиэкспресс успел вернуть деньги. Все, я уже даже и забыла немного про эту посылку. Думала, уже начала выбирать другую, чтобы картину себе заказать. И что вы думаете? Приходит мне бумажка, написано повторно, кстати, с почты. Типа, сходите на почту за посылкой. Я думаю, блин, что мне там пришло? Потому что я, в принципе, с Алиэкспресса постоянно что-то заказываю. Но какая-то посылка мне могла прийти, чтобы я сходила на почту, я не знала. И вот я пошла на почту, и мне дали посылку вот такого вот формата. Я сразу догадалась, что это, возможно, моя картина по номерам. Пришла домой, распаковала, и вуаля, да, это картина по номерам. Я, конечно, рада, что она мне пришла. Но, на секундочку, мне пришла не та картина, которую я заказывала, а совершенно другая. Но хорошо, что мне вообще хоть что-то пришло. Я, конечно, была в шоке. Давайте вам покажу, как это все дело выглядит. Такой вот холст. Заказала я его без подрамника. Конечно, без подрамника будет его разрисовывать очень сложно. Вот такие вот тут всякие детальки, элементы. Есть и маленькие, и большие.
вот такая вот тут барышня, Эйфелевая башня. И вот такие вот красочки с самим рисунком. Но я, еще раз вам говорю, я заказывала не этот рисунок, а совершенно другой. Хотя этот мне, в принципе, тоже нравится. Надеюсь, что когда я его разрисую, тоже мне результат понравится. Буду вам понемногу показывать сам процесс создания моей картины во влоге. Думаю, вам будет интересно. Ну, вот такие вот приколы с Алиэкспрессом. Не знаю, напишите мне в комментариях, заказываете ли вы что-то с Алиэкспрессом, бывают ли у вас какие-то приколы. Честно, у меня раньше приколов не было. А вот в последнее время периодически появились какие-то приколы. То посылки не приходят, то они теряются. И хорошо, что Алиэкспресс все принимает, например, возвращает деньги. Это очень радует, кстати. Но у меня были такие случаи, когда я была недовольна посылками, либо они мне не приходили, и мне деньги не возвращали. То есть у меня даже была такая ситуация, когда я заказывала и не очень дешевые вещи, и писала продавцу, что они не работают, или типа я недовольна, или еще что в этом роде, и деньги мне не возвращали. Поэтому вот, я не знаю, такая вот рулетка с этим Китаем. Но все равно я продолжаю что-то постоянно заказывать. То мелочи какие-то, то полезные какие-то штуки. То есть, ну, на Алиэкспрессе я зависаю постоянно. Давайте я не буду уже болтать. Я хочу сесть немножечко поразрисовывать эту картину, пока есть у меня время. Выходной день сегодня у меня. Конечно, да, мне пришла не та картина, что я хотела, но это, в принципе, тоже прикольно. И надеюсь, когда я ее закончу, она тоже мне понравится. Поэтому сейчас хочу все это дело распаковать и немножко посидеть, как бы сделать творческий такой релакс. Вот, показываю вам, у меня здесь творческий процесс кипит. Честно, это очень увлекательное занятие. Я уже вот начала разрисовывать, начала с девочки. Очень классные цвета красок. В принципе, красочки ложатся неплохо, но нужно постараться, чтобы хорошо и контуры, и циферки все закрасить, чтобы это было гармонично красиво. Вот буду разрисовывать дальше, уже потом, наверное, покажу вам в Инстаграме или во влоге конечный результат. Но это меня очень так увлекает, такое занятие. Буду теперь понемножечку успокаивать свои нервы и заниматься творчеством. Напишите в комментариях, кто из вас любит тоже такие вот картины по номерам. Я когда-то давно была, я вам уже говорила, когда я еще, не знаю, помню, подростком была или как. И давно все тоже думала купить какую-то серьезную классную картину, чтобы ее вот так вот разрисовать и потом повесить. И мне нравится, что эта картина идет на холсте, что даже очень прикольно. Потом можно ее в рамочку и повесить, короче. Вот, буду, короче, дальше рисовать. Всем приветик, я начинаю новый влог. Я уже вернулась в Польшу, а это значит, что возвращаются влоги с Польши. Мы вот приехали сейчас в городок Грудзёнж. Это тоже городок, который входит в Куявско-Поморское воеводство, где мы сейчас живем. Вот нам стало интересно погулять там, посмотреть что да как. У нас сегодня день непадлы гости в Польше, 11 ноября на календаре. Мы вот сейчас смотрим, хотим сходить в замок. Конечно же, буду делиться с вами. Поэтому начала вложик с машины. Не переключайтесь, оставайтесь вместе со мной. И буду с вами делиться всем самым интересным. Надеюсь, что нам сегодня удастся что-нибудь посмотреть. Поэтому смотрите этот влог до конца. Вот как называется эта вежа. Жалко, конечно, что 7 числа закрыт вход. А так, в принципе, вход был бесплатный, чтобы подняться, посмотреть на весь вид. Вот так вот выглядит сама территория. Так вот, здесь спокойненько, людей очень мало гуляет. Там вот такой вот тоже вид. Тут вот такие вот разрухи самого замка. И я читала в интернете, что этот замок вроде бы конца 13 века примерно. Вот сама вот эта вежа так выглядит, на которую можно было до 7 числа еще подняться. Но, скорее всего, что это связано с карантином, и сейчас на нее нельзя подняться. Ну, думаю, может быть, когда-то мы приедем, когда уже не будет карантина. Обязательно поднимемся, посмотрим. Так вот все здесь выглядит дело. Там вон еще речка, мостики. Красота. Тут для общей информации, кому интересно, можно почитать. Получится отсюда вниз. Снимаю, вот. Ведь с этой стороны. Хочу вам кусочек показать города. Смотрите, как
красивенько все смотрится. Конечно, вживую это все намного красивее, эпичнее. На телефоне моем не так это все видно. Тут такая смотровая площадка. И там вот такие вот разные домики, здания. Ну, смотрите, мы зашли на такую улочку. Тут даже не скажешь, что это Польша. Смотрите, такие пальмы, как в Турции я вам показывала. Такие вот вазончики. Такая вот улочка с зонтиками. Ну, как плохо, что она сейчас закрыта. Очень красиво. Ой. Смотрите, какая красивая яркая улочка с цветочками, зонтиками. Очень красиво тут. Я реально не сказала, что это Польша и Парма. Вот мы вышли на такую площадь. Вот такие вот домики. Всем приветик, с вами Танюшка, добро пожаловать на мой канал. Я вот решила влог начать снимать в машине. Я начинаю снимать для вас влогмасы. Надеюсь, вам будет это интересно. Пишите, кстати, в комментариях, у кого уже есть это новогоднее рождественское настроение. У нас как бы в Польше уже давно начали продавать всякую такую атрибутику новогоднюю. Мне кажется, еще с того момента, когда я была в Украине, это где-то сентябрь, еще был конец лета. Ну, я вот начинаю только сейчас. Сейчас у нас практически уже 20-е числа ноября. Я не знаю, конечно, когда вы увидите первый влог, как я вам только наснимаю разного материала, так его обязательно смонтирую и выпущу. Хочу вас по максимуму зарядить таким вот настроением новогодним, праздничным. Конечно, печальненько, что из-за всего этого ковида и всей этой дебилистики в этом году может не быть у нас елки. Это очень, кстати, печально огорчает, но мы с вами ни в коем случае не огорчаемся. Будем сами создавать себе настроение. Будем ходить по магазинчикам, смотреть, что же есть интересного новогоднего. У нас, правда, сейчас только с выходных планируется открытие всяких торговых центров. Но те магазинчики, которые сейчас открыты, в том числе и Ашан, и другие есть открытые, мы с вами сегодня, может быть, походим, посмотрим, что там есть новогоднего такого интересненького. Обязательно покажу вам. Делитесь в комментариях, чем вы занимаетесь в такой период. Пишите, что бы вы хотели видеть в моих влогмасах, чтобы я снимала. Я обязательно все почитаю, буду снимать, буду... Будем мы с вами и прянички печь, и елку будем наряжать. Я еще планирую адвент-календарь купить в Икее. То есть обещаю, что мои влоги будут интересными. Буду по максимуму вам показывать все, рассказывать. Поэтому не переключайтесь. Всем желаю хорошего настроения. Увидимся чуть позже. Вот так вот называется магазинчик, куда я сейчас иду. Не знаю, есть ли он еще где-то, кроме Польши. Но вот сейчас я иду сюда посмотреть, что там есть интересненького. Рынку Быдкоща. Вот можете видеть домики сзади меня. Конечно, погодка сегодня такая, ветерок дует прохладненький, но все равно немножечко теплее, чем вчера было. Ну, как бы уже зима на носу все-таки. Но я не знаю, если здесь не будут ничего украшать и ставить елку, то как-то все грустненько, печальненько, однако. Ну, что имеем, то имеем, так сказать. Сейчас немножечко прогуляюсь. Была я в одном магазине, я вам там немножко поснимала. Конечно, ассортимент там был не очень. Сходим еще в Ашан, покажу вам, что в Ашане рождественского можно купить. Но как-то, знаете, со всей этой пандемией как-то не очень дела. Даже в магазинах вроде бы ассортимент послабее, чем прошлые годы. Ну, как бы, что есть, то есть. Вот я сейчас в Ашане нахожусь, тут вот скидочки на адвент-календари. Не знаю, вот мне вот этот вот нравится. Напишите в комментариях, кто из вас такой
пробовал, ел. Я Харибо обожаю. Ну, не знаю, вот взять в календарь, не взять. Такой вот Милка есть календарь. Разные тут календари адвендовые. Тут вот, вот отдел куча вкусняшек. Мне, кстати, очень сильно нравится вот этот вот шоколадный мишка. Тут, видите, с такой вот еще подвесочкой он. Очень прикольный. Но цена его 10 злотых. Тут еще куча всяких фигурок шоколадных. Вот такие вот пингвинчики классные. Ну, даже не знаю. Вот, смотрите, есть такая вот новиночка Кит-Кат. Напишите в комментариях, кто пробовал такой шоколадку. Куча всяких Дедов Морозов. Вот Деды Морозы Киндер такие тут есть. Не знаю, прям глаза разбегаются. Куча всего интересненького. Даже не знаю, что бы такое взять, попробовать. Вот тут такие вот отделы в Ашане. Такие вот снеговички тоже есть прикольные. Такие вот Деды Морозы. Такие вот разные подарочки по 10 злотых. Тут вот какие-то скидки на носочки. Вот смотрите, такие тут вот всякие подарочки. Лол. Разные такие прикольные штучки. Вот эти вот классные такие подарочки, смотрите, для деток. Такие вот разные мягенькие штучки, игрушки с конфетками тоже. Короче, тут глаза разбегаются. Напишите в комментариях, кто такие пробовал. Я ни разу не пробовала, но хочется очень попробовать. Такие вот разные подарочки, куча всего. Глаза разбегаются, такие вот Милки. Такие вот от Орео из конфетки. Короче, куча всякого разнообразия, глаза разбегаются. Так вот тут украшена Шан. Так вот все прикольно выглядит, куча стеллажей с разными конфетами. Вот, не знаю, что бы купить, попробовать. Видите, какие чаи рождественские, тоже новогодние, классная коробочка. Но это не адвент, к сожалению. Просто такая вот подарочная коробочка. Смотрите, какая в Ашане классная декорация. Такой вот камин электрический. Классно так все выглядит. Тут вот такие вот разные елочки. Игрушки такие. Куча всего из дерева прикольного. Ну, кстати, смотрите, классные такие рождественские календари. У меня, конечно, уже есть, но вот классная скидка. Стоили 12 злотых, сейчас 8. Если бы у меня не было, то я бы, наверное, 100% взяла бы. Такие вот. Короче, тут в Ашане куча всего. На любой вкус, на любой кошелек. Не знаю, даже куча всякого разнообразия. Тут вот куча игрушек, гирлянд. Вот так вот все украшено. Такие вот снеговички милые, прикольные. Кстати, они такие прикольные на ощупь. Класс. Вот, смотрите, какой классный Дед Мороз. Такой, типа, веночек. Это на дверь где-то можно повесить. И welcome написано. Очень классное такое украшение. Мне, кстати, нравится еще такая вот машинка. И вот разные штучки. Вот такие вот, смотрите. Тоже такие фигуры. С такими ножками классными. Это, кстати, такие ростовые, они уменьшаются и увеличиваются. Вот такие вот, смотрите, какие классные свечи. Кстати, у меня есть такая уже свечка дома. Они очень красивые и классно пахнут ванилькой с такими вот рисуночками. Такие вот, смотрите, какие классные. Но у меня уже такая есть, я в прошлом году себе покупала. Тут вот, смотрите, какие стеллажи. Разными свечами новогодними. Целая куча. Хочу вам показать. Купила себе в Ашане такой вот деревянный домик. Написано Christmas такими блесточками. Это вот можно на елочку повесить или еще куда-нибудь. Там были разные такие домики. Я долго думала, не знала, какой выбрать. Но выбрала именно такой, где была еще такая вот золотая елочка. Очень прикольный, кстати, такой домик. Напишите в комментариях, как вам. Но мне он очень понравился. И вот я себе взяла. Смотрите, какой прикольненький.
Я тут собираюсь печь такие вот черные кексики и такие вот прянички. Я как приехала в Польшу, я каждый раз вот в такой вот зимний рождественский период всегда покупаю такие вот коробочки для приготовления пряников и разных кексов. Вот этот раз решила приготовить такие вот черные кексы. Прямо они так выглядят, конечно, прикольно. Черные мы еще не пробовали, но это получается интенсивно шоколадные. Шоколадный с шоколадом, короче. Не знаю, будем сейчас пробовать, смотреть, что с этого получится. И вот такой вот набор пряников. И здесь, кстати, еще в подарок была форма. Вот такая вот на этот раз мне формочка попалась. Такой вот звездочкой прикольной. У меня уже много разных формочек с таких вот наборов. Но это очень легко, очень быстро. Например, чтобы приготовить пряники, мне сюда только надо будет добавить 100 грамм масла, одно яйцо и мука для подсыпания. А здесь, чтобы приготовить кексы черные, мне понадобится 2 яйца, 100 мл молока и 100 мл оливки. И все, в принципе. Все остальное уже есть в середине этих коробочек. Это получается очень быстро, очень вкусно. Поэтому сейчас буду творить и вытворять. И покажу вам потом, что у меня получится. Для меня, честно, приготовление пряников, кексиков, разных печенек, это является главным атрибутом в такое время. Я прямо, не знаю, получаю от этого удовольствие, прям кайфую. Я нисколько люблю вот это вот все дело есть, я это готовлю больше, как можно сказать, для удовольствия, потому что мне нравится это все приготовить, потом сидеть расписывать, украшать. То есть получаю удовольствие именно от приготовления, от самого процесса. А есть я как бы... Ну, конечно, ем, понятное дело, но именно готовлю не для того, чтобы на первом месте есть. Напишите в комментариях, кто из вас любит готовить всякие прянички, печеньки, всякие какие-то рождественские вкусняшки. Если, может, вы знаете какие-то интересные рецепты каких-то интересных таких вот праздничных блюд, то, печенек в том числе, разных пряников, то обязательно пишите мне в комментариях, я, может быть, по вашему рецепту что-нибудь да приготовлю. Вот я все ингредиенты уже перемешала, у меня получилось такое вот интенсивно черное тесто. Прям, ну, выглядит это, конечно, как просто растопленный шоколад. Я сюда добавила еще крапельки такие шоколада тоже. И сейчас остается дело за малым, это все разложить по формочкам. Кстати, здесь вот такие вот были формочки черные в белый горошек. Сейчас я буду это все на формочке вылаживать и уже выпекать. 175 градусов, примерно там минут 18 написано. Ну, я, конечно же, буду смотреть по готовности, чтобы ни в коем случае их не перепечь, не пережарить. Но тесто, конечно, из-за того, что такое черное, то будет, конечно, сложно определить, готово они уже или нет. Но сейчас буду это все делать и уже потом вам покажу конечный результат. Вот такие вот у меня красивые получились черные кексики. Я их уже посыпала еще сахарной пудрой. И такая вот получилась красота. Сейчас будем дегустировать. В принципе, как по мне, то они вышли идеально, так классно поднялись. Практически даже не потрескались. Выглядят очень красиво. Надеюсь, что это так же самое будет и вкусно. Как вам такая вообще зима? Напишите в комментариях. Листики желтенькие, травка зелененькая. Зашибись зима. Вот. Вы, наверное, только посмотрите. Снегом не пахнет, зато зеленая трава. Желтые кленовые листочки. Да, а ровно год назад вот именно на этом месте была уже рождественская ярмарка вовсю. А в этом году как-то так. Зато, смотрите, поставили карету с оленем, которую я уже наблюдаю третий год подряд, находясь в Быткоши. Только каждый год ее ставят в разном месте. В этом году вот ее, наверное, устанавливают на этом мосту, где ярмарка была в прошлом году. Ну, посмотрим, потом придем, когда он уже будет гореть. Я не знаю, ребят, как это объяснить. Только пару дней назад мы с вами были в городе, и я вам рассказывала, что не планируется никаких украшений, елок, празднований и все в этом роде. Как я не знаю, как будто бы услышали мои слова, и вот уже начали все украшать, поставили елочку, которую я вам обязательно сейчас покажу. Начали всякие декорации вешать и ставить. Конечно, это не может не радовать, потому что сначала сказали, что вообще ничего не будет, но потом приняли такое решение, что все-таки Европа будет ставить там елки, всякие украшения делать, не будет только самих ярмарок и всяких таких гулянок, и все в этом роде. Ну, то, что будет елка и хоть какая-то атмосфера, это уже не может не радовать. Напишите, кстати, в комментариях, в вашем городе уже стоит елка, есть ли какие-то украшения. И, кстати, напишите мне, когда вы ставите дома елку, потому что я даже не знаю, когда мы будем ставить, скорее всего, может,
начало декабря, может, середина, где-то там в тех числах. Обязательно я буду вам это снимать для влогмаса своего. Поэтому как-то так, короче. Сейчас покажу вам елочку и все декорации, которые начали уже вешать и ставить. Вот уже такая вот елочка возле магазинчиков стоит, только, правда, еще не украшенная красавица. Вот, смотрите, ребята, тут конструкции, установки идут полным ходом. Работают, все устанавливают. Вот елочка такая стоит. И там устанавливают всякие декорации. Думаю, будет красота. Уже, конечно, потихоньку появляется новогоднее такое праздничное настроение. Елочка, конечно, еще не украшена. Обязательно придем, посмотрим, как она будет уже украшена. Вот, смотрите, будет что-то, наверное, интересненькое. Таких декораций еще у нас не было. Что-то новенькое. И вот елку показываю вам с этой стороны. Правда, сейчас светит солнце, ее так особо не видно. Повторюсь, обязательно мы придем с вами, посмотрим, как она уже будет наряжена, как все тут будет установлено. Но у меня уже настроение на максимуме такое праздничное. Не зря вот я после работки решила прогуляться и посмотреть. А пару дней назад еще здесь ничего не было, я вам снимала. Так уже немножко подрастроилась, но жизнь налаживается. Ну а вообще, честно сказать, глядя на погоду в Польше, я не могу сказать вообще, что сейчас за время года, потому что в одну сторону глянешь, цветы растут, цветут, в другую глянешь, трава еще зеленая, в третью глянешь, уже иней морозец, там еще листья желтые на деревьях, поэтому очень сложно сказать. Такое ощущение, что все времена года прямо слились в одну. Вот такая вот в Польше, короче, погода. И так, кстати, не, ну, конечно, круглый год не могу сказать, потому что зимой такое бывает, а летом не бывает, конечно, желтых листьев. Но вот сейчас, именно ноябрь-декабрь, это именно тот месяц, когда ты не поймешь, что за время года. Такое ощущение, что все времена года одновременно прибыли к нам. Машина приехала, привезла какие-то декорации. Короче, идут работы, идут. А елочка, кстати, с настоящими шишками, вон, посмотрите. И привезена она с того места, где я каталась впервые на байдарке. Красавица такая живая. Так, я пришла в почкомат получать свою посылочку. Вот открылась моя ячеечка и забираю свою посылочку. Это я себе вот заказывала карту памяти Samsung на 256 гигабайт. Я не знаю, это только у меня такая проблема, или напишите в комментариях, у кого тоже такая проблема, но мне вечно не хватает памяти. Карты памяти, флешки, компьютеры, вечно, мне вечно не хватает памяти. Я не знаю, если в будущем придумают такую технологию, что будут безлимитные флешки, карты памяти, то лично я буду только счастлива. Вот купила себе новую карту памяти, сейчас ее вставлю в телефончик, и будет место снимать для вас видео, сохранять разные файлы, потому что это просто капец. Мне вечно не хватает памяти. Надеюсь, что теперь на какие-то ближайшие пару месяцев у меня память точно обеспечена. У нас сегодня первый день открытия магазинов. Я вот приехала в Икею, потому что мне надо кое-что купить. Вот планирую купить такой вот адвент-календарь икеевский. Беру его, потому что я именно за ними приехала сюда. Тут, конечно, такой движ Париж, но я беру этот календарь. Хочу снять вам видео и вообще посмотреть, что тут еще есть интересненького такое на праздники, да и вообще, поэтому будем с вами гулять и смотреть. Гуляю я по Икее, смотрите, какие тут есть красивые такие хрустальные елочки, они вот горят как фонарики, вот не знаю, стою и думаю, взять себе такие, не взять. Здесь такие большие, вот здесь такие среднего размера. Смотрится, конечно, очень красиво, но вот не знаю, взять или нет. Вот я хожу, выбираю, хочу себе купить такие вот звезды, смотрите, такие красивые. Но я не знаю, какую купить. Вот они такие вот собраны в треугольничках. Думаю, что сейчас, наверное, себе возьму такую. Сегодня мало того, что открытие магазинов, еще и Черная пятница.
Я вот приехала по торговому центру полазить. Кстати, смотрите, оставили такие праздничные декорации, все поукрашали. Так все красивенько. Ну, это декорации те, что были в прошлом году. Но все равно хоть праздничное настроение сразу создается. Смотрите, какие-то елочки стоят в торговом центре. Тут, кстати, можно будет потом прийти с подругой и поделать фотки. Такие вот игрушечки, огоньки. Конечно, я не знаю, сегодня вроде бы черная пятница. Людей в магазинах много, но я пока в пару магазинов зашла. Особо выбор такой слабенький. Не знаю, куплю ли я что-то себе, но захотела просто полазить. Видите, какие прикольные носки с пряничными человечками. Очень мило, как по мне. Посмотрите, какие вот Страдивариус, так во все магазины стоят очереди. Но это уже, конечно, небольшая очередь, потому что скоро магазины закрываются. И все равно дурдом. А в магазинах-то толком особо ничего и нету. Я вот зашла в магазин Зару и наткнулась на такие вот туфли. Таким вот каблуком. Напишите в комментариях, как вам такой каблучок. Носили бы вы такие туфли или нет? И так вот это все дело выглядит. Хочу вам сейчас показать, что же я купила в Икее. Вот у меня такая вот зеленая сумка икейская. Давайте заглянем, что же я здесь купила. Первое, конечно же, это то, зачем я ездила. Это вот такой вот адвент-календарь, на который я планирую снимать отдельное видео. Дальше, что у меня тут есть? Такая вот кружечка, чашечка купила себе розового цвета. Очень она мне понравилась, вот купила себе. Так, дальше, что у меня тут? А, это я такую взяла форму для льда. Она мне там надо для одного дела. Вот взяла такую розовенькую. Так, дальше. Дальше, что я купила, это знаменитая такая вот икеевская звезда. Вот я себе взяла вот такую вот ажурную. Не знаю, я к ней не брала никаких ни подставок, ничего. Вот можете видеть, ее можно либо повесить, либо вот так вот на подставочке подставить. Но у меня есть своя идея. Если у меня, конечно, не получится этого сделать, то мне, конечно, больше нравится, как она стоит. И можно и для фона видео использовать. Вот, взяла себе такую звезду. Тоже очень ее хотела. Дальше, что у меня тут есть... Это я себе взяла USB такое красное для телефона. Дальше, дальше. Ага, взяла такую вот свечу офигенную. Конечно, если бы я пошла в Икею и не купила бы свечи, это была бы, наверное, не я. Вот купила такую свечу в форме такого красного яблочка, прикольного, с крышечкой. Это запах, я так поняла, какой-то вот такой новогодний рождественский. Яблочко, корица, все дела. Короче, такая классная свечка. А, еще там где-то были свечи. Посмотрим. Ага, и еще для ламп, для подсвечников купила вот такие вот красные свечи в такой вот горошек беленький. Тоже такой вот наборчик. Дальше. Взяла вот такой вот набор таких вот полотенечек. Но это я их взяла не для того, чтобы использовать там в кухонных делах, а именно для фоточек. Я взяла давно вот подобных таких хотела. Тут разные в полосочку, в клеточку. Такой вот набор 4 полотенечек. И еще что? Ага. И еще такое вот на 3 порта. Взяла блок питания. Тоже вот пригодится, потому что постоянная проблема заряжать. У меня сгорел мой блок питания от телефона. Поэтому вот сразу взяла такого с 3, чтобы можно было еще что-то заряжать, кроме телефончика. И последнее, что я купила в Икее, это были икеевские батарейки. Вот написано «Икея». Сделаны они, кстати, написано в Бельгии. Честно, я в восторге от этих батареек. Не знаю, взяла, какие увидела, потому что у меня все сейчас светильники и гирлянды не горели. Короче, мне нужны были батарейки. Вот взяла попробовать икеевские. Честно, они офигенные. У них 1,5 вольта, но они так классно горят. У меня до этого не было таких батареек, чтобы так ярко горели мои лампочки и гирлянды. Ну вот, поэтому могу рекомендовать. Тут в наборе было сколько? 10 штук? Лина, я почему-то думала, что 10 пар. Ладно, тут всего лишь 10 штук только. Ну, они офигенные. Я думаю, что если мне еще нужны будут, то я пойду еще себе и куплю один наборчик. И еще я лазила вчера по магазинам и вот забрела в магазин Пепка. Очень люблю этот магазин.
У меня там сразу, конечно же, глаза разбежались, не знала, что купить, потому что куча всего такого новогоднего, рождественского. Ну, я, понятное дело, еще туда схожу, потому что кое-что там еще себе присмотрела купить, когда мы уже елку купим, там, может, за игрушками какими-то пойдем. Я вот себе купила вот такую вот гирлянду на батарейках с такими вот кристаллами. Я ее, правда, еще не распаковывала, не пробовала, но думаю, она офигенски будет светиться. Также купила вот такую вот зеленую блестящую елочку. Кстати, я ее вчера уже испробовала. Эта елочка, мало того, что она блестящая, она еще и светится. Сейчас вам ее достану, покажу. И вот такую вот купила себе наволочку. Такая она мягенькая, такая прикольненькая. Я уже ее примеряла на свою подушку. Ну, постираю, потом уже одену. И можно будет ее и для фонов видео использовать. Этот офигенская такая наволочка, такая мягусенькая. Так, давайте вам покажу елочку, достану. Она, конечно, жутко сыпется, потому что она вся в блестках. Сейчас я достану и вам покажу. Вот так вот выглядит елочка. Я, конечно, долго стояла, думала, не знала, какого цвета выбрать. Думала, может, серебряного взять. А потом все-таки подумала, что елка зеленая, то пусть будет зеленая. И вот у нее тут включается такой вот штучка. И она вот еще вот так вот моргает классно. Я ее, думаю, тоже буду использовать для фонов видео. Такая вот прикольная моргающаяся елочка. Это пока были все мои покупочки на сегодня. Если еще какие-то будут, то буду вам в своих влогмасах показывать. Так, всем приветик еще раз. У нас сегодня воскресенье, выходной день. У меня сегодня такой был день продуктивный. Я снимала для вас видео, занималась учебой. Кстати, напишите в комментариях или, не знаю, конечно, наверное, вы этот влог увидите позже, чем то видео, но все равно, как вы думаете, что за видео я вам снимала? Вот мы вышли вечерком прогуляться, кстати, у нас уже зажгли все новогодние декорации, сейчас я вам решила показать все, и, наверное, на этом я буду первый свой влогмас заканчивать. Этот влогмас, наверное, будет, не знаю, из запоздалого влога, переходящего влогмас, потому что, как бы, у меня особо не было времени это все вам монтировать. Поэтому будет у меня такой вот совмещенный влог, переходящий во влогмас. Сейчас я вам покажу, что у нас уже повключали. Люди вон все гуляют. Кстати, классно, что атмосфера все-таки. Все поставили. Елку, кстати, уже украсили, но еще не зажгли. Вот смотрите, какой ангелочек у нас тут стоит. Кстати, не было раньше такой декорации. Очень красивый. Так вот он выглядит. Вот тут вот смотрите, какая улица украшена елочки. Я вам показывала, вроде бы они уже с огоньками. Очень красиво смотрится. И вот тут вот тоже такие елочки идут возле кафешек с огоньками. Тут я прохожу витрину такого магазина. Тут продаются всякие штучки для ванны, всякие пенки, свечи. И смотрите, какие у них пряничные человечки. Куча всяких вкусняшек таких. Это тело для всего. Вот смотрите, какие всякие штучки. Елочки у них. И сейчас скидки у них на свечи. На всякие декорации. Такие елочки. И вот домики такие поставили с логотипом Бингоша, как каждый год вешают у нас тут по этой улочке. Вон они идут туда. И в ту сторону тоже. Вот, кстати, этот олень с каретой, которого я вам показывала днем. Вот он уже светится. Очень красиво. И на этом я хочу с вами попрощаться, закончить свой этот влог. И до встречи в следующем влогмасе. Всем пока-пока.